Вот я приехал, разрешил в комнату одному только человеку заходить. Пришел, и комнату не узнаю. Застелили какими-то коврами. Такие, прям ноги тонут в нем, пушистые. Я никогда этих как не видал. Без прося. Вот действительно. И шторки везде тут, трещь, окна там, и здесь четвертая. Тюли вот такие вот, а вот тюлевые. Это шторка одна, которая на уровне первой промуги. И далее большая шторка, которая плотно закрывает. Скатерть все убрали здесь, новую скатерть. Это вообще все перебрали тут. Что делается-то? Тут как я не хозяин теперь, я тут как квартирант какой. И вот здесь все. Мышей много, так с улицы кошку занес во дворе, мы ее зиму кормили. Ласковая такая сейчас будет ловить мышей, пока я здесь. Вот оно. Показать, какой тюль красивый. И окна высокие, вот. Шторка здесь малая. Зелок попался посередке. Вот, и большая вот шторка. Вот она здесь отдельно идет показать. Точно так и здесь все это убрали. Тут у меня двухэтажная голубятня была в комнате. Ее в сарай вытащили. Ой-ой-ой, подошел спать. К постели боязно прикоснуться. Такие простыни, пододеяльники, наволочка, все как в каком-то гостинице или что. Что же наделали-то? Ой-ой-ой. Вот хожу, все это любовь. Вот, говорит, зазомбировали их. И кто был-то здесь? По сей день не знаю. Проникли и вот такое все натворили. Особенно ковер. Никогда я не видал такого. Да он в дверь-то не входит. Да вдвое сложили его. Там вот он полностью весь на две стороны раскрылся. Вот это да. И тут все везде перебрато. Ничего найти не могу. Кое-как что-то нашел. Вот что делают верующие-то. Ой-ой-ой. Выключу сейчас свет. Это я включил свет. Показать. Из Галина Загуляева из рук в руки меня передает Катяне Капустина. Та наготовила сейчас блины, творожники, вот это все. Вот печеная рыба, запеченная в фольге. Суп, тут еще что-то, не знаю, даже помидоры. Ну, это невозможно, не могу отбиться. Не надо, у меня все есть, у меня сухари есть. Нет? Сухари я размочил, и у меня банка с медом есть. Помаленечку там. И все сытый, обутый, говорится, одетый. Нет. Вот так. Когда показываешь, а вы на дармовщинку живете. Ну уж не так и на дармовщинку. Я отдал все, что у меня есть нуждающимся. У меня нет ничего. И вот Господь так делает, диву дает. Сейчас все звонят, молятся везде. Как у вас глаз завязано? Да никто его не завязывал. Ну и как? Да как? Завтра буду говорить, чтобы отпустили. Надо на операцию ложиться. А у меня все направилось. Ничего не при... Никаких капель, ничего не было. Вот она, кошка, залезла на подушку. Ой-ой-ой. Но... Сразу раз, подпол, да, иди ешь. Черная пантера. Да одеяло-то какое пушистое. Да одеяло-то какое красивое. Вот оно что. Это сумочка у меня под голову. Вот такой у нас народ. Чтобы меня разбудить, вот так это противень вот маленький. И на него внизу ручку подсовываю, вот.
и здесь на ручку. И кто звонит, она дребезжит, вот эта установка, она из жести. И тогда я проснусь. Ну, это наружка. Тоже все сделали, старые достали, подсоединили. Видишь, так смотришь, это не моргает, вот это вот, а ровно все. А вот съемка все это выявляет. Вот как окно. Благодарю Бога за добрых братьев и сестер, которые все это сделали. Клеенку сняли, то ли клеенка там была такая, то ли что, не знаю. Володя приедет, разберется. Богу слава за истинную любовь. Мы отдали все, что могли. Вот кошка есть. От Сергея собачий корм, я называю галушки. Рыбу тут дал, поела она. И смотрит, где мыши. Потому что мыши везде. У меня там столько было, я не знаю сколько. Ну, несколько центнеров пшеницы вверху в деревянном ящике я его держал. Надо было открыть его, а я закрыл от мышей. Они где-то прогрызли и все превратили в труху. Пшеницы нету. Все, сейчас 25 голубей у меня здесь и там постолько же.